Привет всем, кто подключается. Скажите, меня слышно нормально? Вот наша гостья пришла. Все хорошо. Всем Привет. 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 Ребята, Хорошо слышно? я тебя слышу. Друзья, дайте Отлично. нам обратную связь. Да, спасибо. Всех слышно? Меня и Леру. Ребята. Вроде да. Ну, будем надеяться. В общем, на связи молодежный центр «Зеркало». Мы будем сегодня говорить с вице-мисс Красноярска, правильно, 2018. Правильно, Будем правильно, да. моделинг, про то, как быть моделью, поэтому присоединяйтесь к нам. Вот, у меня первый вопрос. Как ты вообще стала моделью? Ну, вот расскажи про свой путь. Он был длинный или короткий, как-то происходило. Изначально я вообще не интересовалась этой сферой, и как у некоторых девочек это случается, мама мне предложила заняться модельным бизнесом, да. И у меня в городе единственное агентство, которое меня интересовало, которое вызывало у меня симпатию, это Женет Моделс. То есть то агентство, в котором я сейчас состою, оно находится в центре города, на Мира. И смотря их Инстаграм, смотря их истории, публикации, я сделала такой для себя вывод, что я туда никогда не попаду, меня не возьмут, туда безумный отбор, я там недостойна этой сферы и так далее. И, наверное, в течение полугода я занималась тем, что набиралась опыта только по историям. Я смотрела их фотографии, смотрела, что они пишут, что они рассказывают, и просто морально себя готовила целых полгода. А потом, когда пришла на кастинг, все оказалось намного проще, чем я ожидала. Меня встретили менеджеры, девушки чуть старше меня возраста, то есть практически мои ровесницы. Мы познакомились, и они задали мне один единственный вопрос: чем ты занимаешься? Все. И Прикольно. я на этот вопрос ответила, чем я занимаюсь, там, учусь в университете, какие у меня там цели, желания. И дальше разговор, он просто завязался, мы спокойно поговорили, обсудили. А также они у меня позже уже уточнили, для чего мне модельный бизнес, что мне нравится. Я ответила только то, что мне это в целом интересно. Пока никаких целей конкретных у меня нет. И вот, и с этого началась моя модельная карьера. То есть меня сразу с кастинга взяли в группу. У нас в агентстве есть несколько групп. Первый тип групп — это для девочек, у которых нет опыта в модельном бизнесе, или для тех, у кого по каким-то причинам еще пока нет возможности получить контракт. То есть им там 13 лет и рост всего лишь 165. То есть они подрастут и их переведут в другую группу. А мне посчастливилось сразу попасть в группу, она называется группа развития, то есть это группа, в которой уже сразу девушки ждут свой контракт. И спустя 2 месяца я получила свой первый международный контракт, но так как я параллельно поступила в универ, пришлось отказаться. Ну а как я? На первом курсе универа учусь, как первую сессию пропущу, ни с кем не познакомлюсь. Будет слишком много проблем и вопросов, ну и поэтому я полетела только летом, в конце первого курса. Вот так. Ну, То есть вообще занимаюсь получается, этим до сих пор. то есть ты недавно, То есть ты получается, недавно, как бы, ну, по получается, как сути. бы, ну, по сути. Или как Ну, вот я сейчас вообще насчет перешла. времени? То есть, когда можно сказать, что уже опытная модель, сколько лет ты уже, ну, допустим, там пройти? Ну, вообще, на самом деле, опытной моделью становится сразу после того, как улетают за границу и окунаются в этот бизнес с головой. Потому что работа модельная — это за границей. К сожалению, в России, в Красноярске,
модельный именно бизнес, он не так развит. Здесь это можно больше назвать хобби для души, для вот этой яркой жизни насыщенной, для получения новых интересных знакомств. Да, это Красноярск, и это города России. Если именно работа с целью получения финансовой выгоды, это уже за границей. Я сейчас учусь на третьем курсе, и получается уже, можно сказать, третий год в этой сфере. У нас спрашивают, что это был контракт такой. Контракт — это агентство страны Китай, город Ухань как раз. Мне предложили 3 месяца жить в их городе. Они Прикольно. мне да, они мне предоставляют жилье, они мне приобретают билеты, и каждую неделю выдают финансы для того, чтобы я могла там питаться и проживать. Вот, у них были такие условия, а от меня требовалась только виза и страховка, ну и чемодан. Вот, и получается, только летом, в конце первого курса, я полетела туда и жила там 3 месяца. А вот я как-то слышала где-то, что в Китае, допустим, как раз-таки ценят русских моделей. Это прям правда или это как бы смотря что рекламировать, так сказать? Это правда, и здесь дело идет даже не только в русских моделях, это касается в целом русских девушек. Когда мы приехали, естественно, прохожие на улице не знали, что мы модели, мы же еще не снимаемся там для Дольче Габбана, мы просто приехали начать свою карьеру, но такой момент, у меня никогда не было мечты стать знаменитым, но я знаю, что у некоторых девочек и девушек существует такое желание, чтобы на улице к ним подходили, фотографировались, просили автограф, и если у кого-то есть такое желание, нужно ехать в Китай. Может, даже не по модельному контракту, но в целом, да, мы приехали, и я, наверное, в течение 3 первых недель была в шоке от ажиотажа именно граждан Китая. Стоит мне дойти до магазина, обязательно подойдут люди, попросят мои соцсети, попросят сфотографироваться. А самое такое удивительное, это если я в центре города соглашусь сфотографироваться с кем-то, то не пройдет и пары минут, как соберется огромная толпа, и все начнут фотографировать. Начнется какого-то рода фотосессия. Мы даже снимали видео о том, как быстро это происходит. То есть стоит остановиться, и сразу начнется большой поток. И я говорю не только о себе, а в целом о русских девушек. Мы спрашивали у граждан Китая, почему, в чем суть, чем вы нас так цените. Ну, вот они сказали, белая кожа, разнообразные цвета волос, потому что в основном у китайских девушек волосы темного цвета, а также глаза, естественно, у нас открытое веко, а у китайцев, ну, более узкие глаза, соответственно, у них есть такая любовь к нашим глазам. Вот. Как Прикольно. говорится, любили за глаза. А, кстати, как вы общались? Ну, то есть там переводчик какой-то есть, или надо знать английский, допустим, чтобы тебя, ну, это может быть какое-то условие также, чтобы тебя взяли куда-нибудь за границу, пригласили по контракту. Да, получается, прежде чем лететь за границу, я придумала в голове себе, что будет какой-то тест, английский тест, прежде чем меня возьмут, если я его не сдам, меня там никуда не... Больше я придумывала каких-то себе проблем. На самом деле все намного проще. И нет, не было никакого тестирования, и я изучала английский только в школе. Получается, он у меня был разговорный, но разговорный с русскими людьми. То есть я, когда разговариваю на английском с русским человеком, я же на подсознательном уровне понимаю, что если что, он поймет, о чем. Если что, по-русски объясню. Вот, даже с учителем английского языка все эти диалоги, они не дают такого качественного результата, как разговоры с иностранцами. И приехав за границу, у меня сначала, вот первые несколько дней, был такой языковой барьер. Я знаю, как это сказать, но я будто бы не верю, что меня поймут. То есть для меня английский был, это просто предмет в школе, один из обычных уроков. Но на самом деле не нужен какой-то особенный идеальный уровень английского, нет. Достаточно просто уметь разговаривать на бытовые темы. Остальное это все с помощью переводчика, на пальцах, с помощью мимики, жестов. Это все легко передается. С теми, кто говорил на английском, естественно, я пыталась говорить на английском. Не знаю, как произносится слово, говорила другое. Суть же в целом всегда будет ясна.
А с теми, кто не знает английского языка или знает его очень плохо, нужно быть осторожными в том плане, что мы, может быть, это не осознаем, но когда мы общаемся, мы часть информации читаем с помощью мимики, с помощью взгляда, с помощью подачи своей. И если человек не знает языка, это не значит, что он не поймет, что вы имеете в виду. То есть в целом, да, если вот как ответить на вопрос, да, я разговариваю на английском, он у меня не профессиональный, такой более разговорный, и это мне не мешало жить спокойно, все 3 месяца ни разу никаких проблем не было. Ну, это здорово. Сейчас все девочки Мне задумались. Срочно, срочно идем в модельное, раз все так легко. Да, ну и получается, единственный совет, который я могу дать, это иметь переводчик и переводчик загрузить себе английский и русский язык, чтобы он был доступен в офлайн режиме. Ну, это в критических ситуациях, если что-то там нужно написать, хотя бы так. Были случаи, когда китайцы имеют, я имею в виду своих работодателей, те, кто предлагал мне какую-то работу, им было безумно интересно со мной пообщаться, а они ни слова не знали по-английски, а я ни слова по-китайски и по-русски. То есть вот такой происходил момент, и есть такой переводчик, у меня, кстати, такого не было раньше. Получается, человек говорит по-китайски, и мне включается озвучка русского. Я говорю по-русски, ему включается озвучка китайского. То Я есть такое только проблем в никаких Москве нет. видела. Полезная То есть, штука. да, это очень удобно. В крайнем случае можно написать, перевести на китайский. Китайцы обязательно вас поймет. То есть проблемы нет. Есть только вот, как девочки говорили, я стесняюсь говорить. Я умею, но я стесняюсь говорить. Вот такая проблема есть. А других особо нет. Вот так. Так, вот нам, кстати, пишут, что рост имеет значение. Как раз у меня был вопрос. У нас сегодня как-то есть какие-то стандарты, вот эти вот 90-60-90, или уже все так отходит потихонечку от этого? Потому что у нас же появились целые агентства, не знаю, насчет России, для моделей, которые сайз, допустим, и вообще вот как форматы поменялись, поменялись. Ну, получается, если речь идет о параметрах, то, конечно, сейчас это все уже сугубо индивидуально, потому что соотношение роста, веса и параметров бывает у всех разное. Не обязательно девочки с ростом 170 и 190 иметь одни и те же параметры, это невозможно. А также агентства, особенно грамотные менеджеры, они подбирают тот контракт, тот город, где твои параметры будут актуальны. Модельных агентств очень много, стран очень много. Взять тот же Китай, в одном Китае сколько городов, и в каждом городе есть свои критерии. То есть, получается, как я уже говорила в начале нашего прямого эфира, мне же выдали контракт в октябре, то есть спустя 2 месяца, а полетела я летом. В октябре мой рост 172 был очень актуален, то есть там мода была, что ли, на такой рост. Мне сказали, что у меня будет много работы. Я полетела летом, и мне говорили, что я слишком высокая для каких-то работ. Это было очень удивительно, потому что везде я слышала 175, не меньше, иначе... Нет, это все неправда. А с нами полетела девочка, рост был меньше 168, и она немножечко приставала на носочки, носила кроссовки с высокой подошвой, у нее было безумно много работы. Ее Прикольно. рост очень ценили, то есть не обязательно ставить на себе крест, если рост не соответствует каким-то вымышленным, да, повторюсь, вымышленным стандартам, потому что агентств много, и у каждого свои требования. Что вот я сейчас говорила о параметрах фигуры и о росте. Здесь каждое агентство само подбирает. А если говорить о формат, не формат в плане ярких волос, татуировок, пирсинг и так далее, я не хочу говорить, что это лишит вас работы, нет. Это может снизить количество вашей работы. Вот так. Дело в том, что когда вы участвуете в фотосессии для какого-то бренда, например, что нужно работодателю? Им нужно отснять свой бренд. Им не нужно красиво снять ваше лицо. Ваше лицо можно, ну, грубо сейчас скажу, манекен.
Вы вот на данный момент манекен, им главное снять одежду. И если у вас очень яркого, вызывающего цвета волосы, к сожалению, это будет отвлекать клиентов от просмотра одежды. Вот, и, к сожалению, вам могут отказать. Также речь идет о пирсингах, о татуировках. Работают девочки, и уши проколоты полностью, и нос, и губы, и татуировки вот так на руках, конечно. Есть, но, к примеру, взять две девушки с татуировками на руках и без. Съемка свадебных платьев. Само собой разумеется, нежный образ — это девушка без татуировок на руках. Вот, получается, но также хочу отметить, что у каждого работодателя есть свои понятия о красивой девушке, и может быть у кого-то есть такое мнение, что чем больше там пирсинга на лице, тем она лучше подаст мою одежду. То есть, ну, вопросов очень много, но хочу сказать, что лучше иметь естественный цвет волос, а также без нарощенных ресниц, без сделанных бровей. Это все потому, что если, к примеру, вы будете участвовать в съемке туши, да, вот тушь, нужно отрекламировать тушь. Если у вас нарощенные ресницы каким-то своим образом, это не подходит. Сделанные брови снимайтесь для средства для ухода за бровями, то есть также вам могут отказать. Ну, то есть вот такие моменты. В плане параметров, можно сказать, каждая модель найдет свой рынок. Вот так я могу уже смело сказать. В плане ярких волос и подобных вещей здесь, к сожалению, это может отразиться на количестве работы. Вот, кстати, про естественность. Я как-то находила статью, где обсуждалось, чтобы фотографы, когда редактируют там фотки, допустим, мол, такой лозунг был, что они себе позволяют, почему так много ретуши. У нас сейчас, допустим, естественная красота там популярной становится, что такое. Оставляйте, типа там, не знаю, прыщички, морщинки, вот эти все впадинки, мол, сейчас это приемлемо и нормально. Вот я хотела спросить, в мире моделинга это так же или все-таки там остается там жесткая ретушь и все такое? Если речь идет о творческих съемках, не для каких-то магазинов и без коммерческой цели, то это все сугубо индивидуально в плане фотографа. То есть какой-то фотограф считает, что без полной ретуши лица фото не является красивым. С ним тоже спорить нельзя, у него такое видение мира. В таких случаях модель просто просит исходники фото без ретуши и уже сама разбирается с тем, насколько сильно она хочет их корректировать. Если речь идет ну, съемок каких-то магазинов, каких-то товаров, то все же, конечно же, по большей части девушки с чистым лицом, ну, с ухоженным лицом, получается, с ухоженной кожей, больше имеют популярность. Потому что, ну, ты все-таки согласен, конечно, к этому идут, к естественности идут постепенно. Но все же, если сейчас девушка выложит фото без ретуши, например, с проблемной кожей, это будет иметь как и положительные, так и отрицательные отзывы. Не всем это нужно, то есть кому-то нужно только положительные отзывы. То есть вот такой момент. Это все также сугубо индивидуально и обсуждается с организаторами фотосессий. Этот вопрос. У нас вопросик, есть ли варианты попасть в модельный бизнес? Ну, то есть, видимо, как сегодня стать моделью? Вот если коротко, то есть, может просто прийти в модельное агентство и попытать удачу, я так понимаю. Да, конечно, то есть для этого достаточно прийти вот в модельное агентство, оставить заявку, прийти на кастинг, как я уже говорила, будут там всего лишь самые простые вопросы о том, чем вам нравится модельный бизнес, чем вы занимаетесь, почему вы выбрали наше агентство и так далее. Ничего сложного не будет. И также необходимо для себя решить, что для вас модельное. Вы хотите работать в Красноярске или в соседних городах, или уж вы хотите получать международные контракты. Это обязательная информация для менеджера, чтобы он понял, какую группу вас определить и как с вами работать. Транслировать ли вас среди международных агентств или только среди красноярских магазинов. Вот, всего лишь прийти на кассу, все, остальное все пойдет само, правда.
А вот, допустим, модель, она платит за что-нибудь, когда она приходит в агентство? Ну, получается, у нас происходит обучение. Да, у нас обучение в агентстве, и мы платим как вот за занятия. Занятия такие, как фотопозирование, дефиле, психология, английский, именно модельный английский, который пригодится при работе за границей. Вот конкретные понятия, конкретные диалоги. Вот. И также туда включены, в эту оплату включены фотосессии. Ежемесячные фотосессии, которые вам обязательно, ну, обязательно для участия, можно так сказать. Вот. А также вас обязательно включают в чат, и в этом чате публикуются работы в Красноярске. То есть ежедневно какой-то магазин, какой-то бренд задает вопрос, нужна модель с темными волосами, примерно с такими параметрами. Например, вот от 46-го, такое тоже бывает. Только 42-й размер, то есть, ну, я имею в виду фигуры. Вот. И дальше уже вам подбирают работу. Таким образом все происходит. Получается, оплата идет за обучение. И как у нас принято, после того, как девочка улетает за границу, возвращается, обучение ей дальше не требуется. Она просто состоит как модель и только работает, не учится. Сколько учиться, как долго, это все в индивидуальном порядке также. А вот эти фотосессии, которые ты оплачиваешь, это, грубо говоря, портфолио, типа такого? Или ну это да, может получается. быть, или это еще могут быть какие-то самостоятельно там сделанные фото по разным фотографам, и ты такой приносишь, а вот у меня уже есть, или это уже никто не смотрит сегодня? В портфолио, оно, качественное портфолио, оно обновляется постоянно, потому что мы все же меняемся, может быть, меняется длина волос и тому подобное. Портфолио — это то, что постоянно обновляется. Фотосессии происходят в агентстве, а также, если у модели есть желание, есть знакомый фотограф, пожалуйста, необходимо написать менеджеру о том, что я там 20 числа пойду на фотосессию, все. И дело в том, что если вы фотографируетесь не от агентства, самостоятельно с кем-то и где-то, обязательным условием является отметить агентство. В Инстаграме отметить профиль. Все. Никаких больше там контрактов, договоров нет. Это не обязательно. То есть, естественно, вы фотографируетесь и для агентства, внутри агентства это вам обязательно дается. Также самостоятельно можете организовать себе съемки. Вот тут еще спрашивают, есть ли разница между фотомоделью и классической моделью? Ну, я так понимаю, между фотомоделью и теми, кто выходит вместе с одеждой, наверное, такой вопрос. Ну, нет, получается, разницы нет. Вы прилетаете за границу, и там уже вам предоставляют работу, такие как работа на подиуме, работа на фотосессиях. Естественно, если, например, рост недостаточен для показов, то работы на показах будет меньше, чем на фото. То есть никаких разновидностей нет. Да, то есть это и фотомодель, и участие в видеосъемках, и участие в мероприятиях, таких как ивенты, и показы, и тому подобное. То есть вам предоставляют работу, и вы в ней участвуете. То А есть дальше, если, например... Продолжай. Получается, если вы на каком-то показе себя очень хорошо проявили, информация об этом очень быстро распространится, у вас будет больше показов, и, может быть, со временем вам вообще показы станут единственным видом вашей работы, вы влюбитесь в это дело и будете уже отказываться, например, от фотосъемок. То есть, если только такой вариант. Вот, я еще хотела спросить, то есть классификации как таковой особо нет, допустим, между моделями. Ну, допустим, вот это классное, вот это чуть похуже, и вот там, не знаю, также фотомодели и те, кто рекламирует одежду. Этого всего нет, просто что подходит, туда и идешь, тем и занимаешься. Да, получается, нет такого понятия, но есть единственное, это то, что опыт в плане позирования. То есть, может быть, этот момент классифицирует модели, а так нет. Получается, у каждого клиента, я имею в виду работодателя, организатора фотосессии, есть свое понимание, и то есть для кого-то эта модель идеально подходит, для кого-то нет. И здесь речь идет только от вкуса и идеи съемки или то есть особенно за границей нет никакой классификации.
Вы приезжаете, и вам ничего не остается делать, как ждать работу. Вам ничего не нужно делать, чтобы эта работа была больше. Ну, кроме как стараться во время работы. Агентство берет на себя, за границей имею в виду, берет на себя обязанность и ответственность искать вам работу, подбирать и делать так, чтобы у вас ее было как можно больше. А у нас то есть Вот, не так. поэтому А у нас то есть не так. я в Красноярске? Ну да. А в Красноярске получается, вот агентство обязуется проводить фотосессии, которые включены в оплату, а также добавляют вас в чат, как я говорила, куда время от времени выкладывают А, и то есть информацию о работе. сессионная фильм. Да, получается, если вы свободны в этот день, вы там ставите плюс в чатик, и вас отправляют уже на кастинг, можно так сказать. То есть, если захотела там 2-3 девочки от агентства, они еще приходят туда и там выбирают, кто им больше подходит. Ну, чаще всего это происходит по фотографиям в соцсетях. Вот если говорить о Красноярске, то да, это по фотографиям в соцсетях. Мы отправляем свое портфолио, свои фото, и они уже видят, какая из моделей лучше, больше подходит А вот для насчет ремонта, проведения. кстати, они важны для модели или вот когда нужно ходить с Когда этим нужно ходить с этим нейтрально каменным нейтрально лицом, каменным или лицом, можно или иногда можно улыбнуться, иногда улыбнуться. На самом деле эмоции важны даже больше, чем кажется, потому что прежде чем получить контракт, некоторые агентства выдают домашнее задание. Это то, чего не хватает в вас или в вашем портфолио. И на моем опыте очень часто было такое, что девочкам выдают контракт, они уже радуются, но у них есть пометка, например, добавить эмоции в портфолио. Соответственно, если она также будет продолжать фотографироваться, да, как выразились, ну, более с каменным лицом, то контракт она не получит. Эмоции очень сильно важны. Естественно, если это лукбук, где можно просто отснять одежду, там лишние эмоции не всегда необходимы. А так эмоции на фото важны, естественно. Тут спрашивают, Такое. что вы чаще всего Что вы чаще всего рекламируете. Я так рекламируете? Я понимаю, так понимаю, имеется в виду, где имеется в тебя виду, можно где тебя найти, можно что ты найти, что ты рекламируешь. рекламируешь. Наверное, это Чаще не очень всего, ну, когда я только начинала, я чаще всего участвовала в фотосессиях и как, ну, в мастер-классах у визажистов. То есть, получается, меня приглашали либо студии макияжа, либо индивидуально визажист для пополнения портфолио, и мы дальше устраивали, например, мини-фотосессию. После чего я уже начинала заниматься съемками для магазинов, конкретно красноярских шоурумов в основном. А после я ушла уже в творческие съемки. Вот. Таким образом. То есть во всех сферах стараюсь участвовать. А в показах я участвую в основном от агентства. Получается, кто-нибудь организует показ, требуются модели. Это какая-то организация обращается в агентство, и модели отправляют на показ. Таким образом. Еще спрашивают, Еще спрашивают, опять опять же, же, про плюс про сайз. плюс сайз. Как ты Как относишься ты к таким относишься к моделям? таким моделям? Станет ли это более Станет ли это популярным более со популярным временем? со временем? Может ли случиться Может так, ли что случиться моделями так, будут что все моделями подряд будут все без подряд без определенных параметров? определенных параметров? Насчет вот последнего вопроса, я думаю, да, однозначно, это все к этому идет, что со временем не будет никаких параметров. Как минимум сейчас я точно знаю, что стерся параметр такой, как возраст. Я имею в виду, что раньше модели это там до 22 лет, дальше там мы не берем, все, вы уже стары для этой карьеры. Сейчас 25-26, я даже работала с девочками, которым по 27 лет, но они выглядят молодо, они хорошо себя подают, у них есть работа, никаких проблем не возникает. В плане модели плюс сайз, к сожалению, вот именно в Красноярске я не сталкивалась получается, со съемками, где такие модели участвуют. То есть, ну, просто не пересекалось. Это не значит, что такого нет, потому что огромное количество у нас магазинов, и, соответственно, размер наряд огромный, и на каждую нужна модель. Это естественно. Особенно сейчас стали вот магазины популярны конкретно больших размеров, туда нужны модели, естественно. И за границей такое есть. Также, получается, при получении контракта вам уже описывают,
то, что вам подходит. Хочу отметить, что девочек, например, вот с размером от 46 здорово работают в Индии. Вот в Индию стройных не берут конкретно. Вот, чем девушка худее, тем меньше шансов попасть в эту страну, потому что там ценят именно, я не имею в виду полненьких, вот именно модели плюс сайз, я имею в виду крупненьких, просто фигуристых, девушек. Их очень сильно ценят, и туда даже моих знакомых девочек приглашали на полгода. То есть, получается, они улетали, вот полгода там жили, имели большое количество работы, вот благодаря своей фигуре. Никогда в жизни они не сидели на этих ужасных там диетах. Они просто такие, какие они есть, и за это их уже любят. То есть Клево. я считаю, что со временем этот параметр вообще это превратится в стереотип. Вот. Это постепенно превращается в стереотип, то, что модели должны быть худыми и очень высокими. Это все со временем, я уверена, что сотрется, потому что сейчас как раз это все к этому идет. Вот Так. мы, кстати, обсудили девушек, Обсудили а девушек, парни, они есть парни, в они есть в Дженнет Дженнет Моторс, и у них Моторс, и какие-то у них особые требования какие-то имеются? требования имеются. Парни, конечно, есть, да, естественно, и парни летают у нас за границу, парни очень здорово зарабатывают. Я даже, ну вот, получается, с одним из парней из моего агентства я полетела, вот я это как раз-таки жила с ним в Китае, тоже у него было достаточно много работы. Особых, конечно, нет, то есть также по поводу параметров, по поводу фигуры, я, к сожалению, не могу сказать, какие конкретно там ценятся, какой рост ценится. То есть и стройненькие, и более накачанные, то есть не обязательно вот парни вот такие вот худые-худые, нет, такого тоже нет, так же, как у девушек, парней достаточно много у нас в агентстве, даже создаются специальные показы мужской одежды, для мужских магазинов очень много парней, ну, больше, конечно, девушки работают, если вот так вот уже сравнить, чуть больше девушек, чем парней. Ну а так, это здорово, то есть у нас такая огромная семья, очень много моделей, парней, девушек, и на занятиях нет никаких там разделений на там пол, то есть мы все вместе занимаемся, изучаем все основы и также получаем контракты. И наш директор старается отправлять несколько моделей, если есть такая возможность, вместе в один город, чтобы не лететь одному в другую страну первый раз, неизвестно зачем. То есть мы там порой по два, порой по три даже модели одновременно летят и могут чувствовать себя как подруги, сестры за Ну, это границей. здорово. Ну, это здорово. Такой вопросик, Такой что такое вопросик, что высокая мода такое высокая сегодня? мода сегодня? Ну, высокая мода, на самом деле, я даже не знаю, я особо не интересуюсь вот какими-то показами, я особо не интересуюсь жизнью звезд. Может быть, вот для меня лично вот высокая мода это агентство, это модельеры, которые создают одежду, которая потом становится брендом или модой. То есть вот высокая мода это то, что задает вот эти тренды. Как по слухам, вот сейчас вот этой осенью модно светлое пальто. Вот это вот все, мне кажется, берется вот из высокой моды. Какие-то у меня общие представления об этом. Вот. А так я не интересуюсь, я занимаюсь этим для души, получаю удовольствие, и у меня нет каких-то там эталонов, нет звезды, которым я смотрю и там вот хочу, как она. Нет. То есть у каждого свой путь, поэтому я особо вот такой модельной жизнью не интересуюсь. Вот, занимаюсь вот таким своим делом. А можно ли А вообще, можно ли вообще ну, как бы, востребованной моделью без моделью модельного без агентства? модельного Или агентства? вот модельное Вот агентство модельное агентство как бы для того и как бы для существует, того и чтобы существует, легче чтобы было стать легче было моделью, не заниматься моделью, этим не заниматься этим самостоятельно, самостоятельно, не пытаться, как не пытаться, что лучше? что лучше. Конечно, можно, да, можно самостоятельно заниматься модельным бизнесом и в городе, и за границей, но это сложнее в плане того, что все-таки это опасно так брать, соглашаться на контракты в какую-то другую страну, в непроверенное агентство. Только такой вопрос, вопрос риска. А так можно. А в Красноярске, конечно, можно самостоятельно, без какого-либо агентства, писать в магазины, в шоурумы, спрашивать, нужна ли вам модель для там историй, для публикации в Инстаграм. Если это дело пойдет, конечно, можно и стать популярной в городе, обязательно.
Я посещала модельное агентство в первую очередь для того, чтобы присутствовать на занятиях и научиться чему-то. Но я ушла учиться в первую очередь. И поэтому я ценю свое агентство за то, что они дают опыт учебы, а также дают опыт общения с моделями, которые имеют уже какой-то стаж. То есть вот этот опыт общения, его просто так извне может не так легко получить. Вот, что касается Красноярска, да, можно и с агентством, можно и без. С агентством просто проще. А если говорить о загранице, то я просто по-человечески советую в первую поездку полететь от агентства. Потому что агентство подбирает контракт, подбирает город, в котором именно вы будете с вашими параметрами, с вашими внешними данными, будете хорошо работать. Если этого не сделать, можно приехать, потратить финансы и 3 месяца и не работать вообще, не заработать ничего и только потерять время и вот даже, может быть, веру в себя. Поэтому первую поездку я считаю, что обязательно нужно лететь от агентства. А дальше я ознакомилась, вот в Китае очень много есть фрилансеров. Это девушки, которые раз, два, три поехали от агентства в одну и ту же страну, а потом изучили, например, эту Италию очень хорошо и уже сами знают, к кому обращаться, выучили итальянский, выучили английский и самостоятельно приезжают, снимают себе апартаменты или отель и ищут работу. Да, это называется фрилансеры. Обязательно вы 100% с ними познакомитесь на работах за границей, получается, на фотосессиях и на показах. Вместе объединяются и от агентства, и от сами по себе девушки и парни. Вот. Ну, просто стоит начать именно летать, я думаю, с агентством. Чтобы это все ощутить, когда вы прилетаете от агентства, у вас есть человек, есть целая директора, куда вы можете написать в случае каких-то критических ситуаций, там, вы что-то потеряли, вы потерялись, вы с кем-то поссорились, вас обманули, все вопросы сразу будут решены. Если вы одна, и это все в первый раз, можно, да, получить какие-то проблемы. Ну, там, даже вот в финансовых махинациях можете поучаствовать, сами того не заметив. А вот, кстати, твое образование, которое ты получаешь, оно связано как-то с твоим, ну, получается, работой и хобби, или оно независимо от этого? Ну, нет, независимо совершенно. Вот я со школьных лет мечтала стать учителем начальных классов. Я поступала осознанно в педагогический университет на факультет начальных классов. То есть, несмотря на какие-то там отговорки моих там друзей и знакомых, я поступила, естественно, я не ожидала, что я могу получить контракт так скоро и вообще улететь и покинуть универ. Поэтому я полетела летом, и учиться мне безумно нравится, поэтому сейчас я выбрала так. На данный момент я больше учусь, чем летаю за границу. То есть вот я была в Китае, сейчас из-за вируса, ну, из-за других причин не получается полететь за границу, и поэтому я работаю только в Красноярске. Участвую в каких-то творческих мероприятиях, каких-то магазинов для визажистов. То есть получаю просто удовольствие, ну и опыта набираюсь. А в будущем, когда универ перестанет отнимать так много времени и сил, я бы хотела продолжить летать, естественно. Это безумный, шикарный опыт, это путешествие, это общение, сфера, где это труд. Ты посетила пока что только Китай, да, с помощью моделинга? Ты посетила только Китай с помощью моделинга? Да, получается, вот я получала свой первый контракт, а также вот после этого контракта я получила еще один, но вот от него я даже не перенесла, а отказалась совсем, также в связи с универом, потому что ну, девочки летают, обучаясь в универе, но я вот выбрала так, я выбрала не пропускать, например, 3 месяца. Я не хочу сказать, что это правильный поступок, потому что возможности где-то себя проявить. Ну вот, я сделала такой выбор. Очень хочется за границу, безумно. Но пока университет, ну, чуть-чуть в приоритете, вот в плане работы за границей. А работать здесь, он совершенно мне не мешает. Расскажи, пожалуйста,
пожалуйста, вот о самом большом своем достижении в модельном бизнесе, как это было и вообще о деталях, что-нибудь. Ну, получается, на самом деле, сначала меня очень сильно удивляли все работы, на которых я демонстрирую бижутерию или подобные вещи, да, ну, искусство, цена которых от 500 тысяч рублей. То есть для меня это был просто шок, когда мне дают браслет, я смотрю, там ценник, ну, в магазине, например, мы наряжаем себя украшениями, ценник 600 тысяч, цепочка 900 тысяч рублей, сережки 1 миллион рублей. И это все получается, я надеваю на себя и участвую в показе в этих украшениях, и я не знаю даже, как к этому относиться, потому что это все очень сомнительно, считает ли это там достижением или нет. Это я не помню, если честно, не могу сказать, что это был за бренд украшений. Ну, это вот достаточно известный, популярный, высокого класса. А также одежда тоже бывает. Мы примеряем на себя какие-нибудь футболки, а потом смотрим друг у друга, ценник, ну, ради любопытства, 900 тысяч рублей. То есть там в юанях все равно мы переводим на рубли. И, ну, вот, примерно около миллиона рублей одежда. Но это бренды, естественно, это... дизайнеры очень популярные, но у меня не было какого-то там ажиотажа, не было гордости за себя, что вот на мне футболка за миллион. Меня это как-то не радует особо. Меня радовало все мероприятие в целом, а вот эти бренды нет. Но у нас были показы для Nike, ну, то есть общеизвестные, для Adidas. Мы, получается, участвовали в показах. Была огромная такая сцена на улице, и мы меняли одежду, образы, и постоянно выходили, вот, рекламировали одежду с утра до вечера, вот таким образом. А про конкурс «Вице-мисс», как он происходил, как ты там оказалась, было ли это, ну, как бы, это вообще честно проходят такие конкурсы, или там, не знаю, постанова, все решено заранее? На самом деле я была уверена, что это подстанова, и шла чисто ради эмоций, ради чего-то нового. Это же было до модельного бизнеса. Мне это было интересно, но я к этому серьезно. И получается, я начала участие в этом конкурсе. Я не знаю, в этом году будет ли он проводиться в связи, ну, с пандемией, но в целом этот конкурс, в нем очень здорово поучаствовать. Там нет очень серьезного такого отбора, туда берут в основном инициативных и тех, кто вот своей энергетикой привлекает людей. И во время участия этого конкурса мы посещали там тренинги по психологии, мы учились готовить там пиццу в какой-то пиццерии там на кухне, нас отправляли на закрытый кинотеатр, то есть это в основном было для того, чтобы нас сплотить, чтобы развить какие-то наши качества, потому что я попала в новый коллектив, резко, новые люди, никого не знаю, и нужно себя проявить. У нас были фотосессии, были проекты, и это длилось примерно 2 месяца, если не ошибаюсь. А потом, когда дело шло вот к самому выступлению, был творческий номер, а я не знала даже, что я не умею петь, я не умею танцевать, как, ну, действительно опытные танцоры. И я все же, у меня в душе было то, что все куплено, я все равно ничего не займу, никакое место, поэтому просто там что-нибудь придумаю. Я сделала такой творческий номер, что-то вроде танца, но в легкой форме, не проявив какие-то свои там таланты. Вот, и я получила удовольствие, и я для себя точно решила, что я сюда иду не за короной, я сюда иду для того, чтобы получить эмоции и опыт. И вот когда, получается, ну, вот объявили мисс, да, это первое место, да, я обрадовалась девушкам, то есть я, ну, видимо, куплена, все как ожидалось, а потом, когда уже назвали мои имя и фамилию, я не верила. Вот я просто стояла, и я не выходила. Мы учились выходить. В случае победы нас учили выходить. Я знаю, куда мне идти, а я не выхожу, потому что у меня в голове нет, то есть не выиграю. Тут все, стой. И, ну, меня ждут,
И я такой ступор был. Я встаю, а на сцену начинают фотографировать, надевают эту корону, надевают ленту, дают в руки диплом, подарки от спонсора, то есть все-все-все дают в руки, а я не понимаю, что происходит. Я не верю, даже в этот момент я не верила. То есть поэтому я могу с уверенностью сказать, что это все правда. Вот, и не знаю. Ну и потом, пообщавшись с девушкой, той, что выиграла мисс, прежде чем вообще мы вышли на сцену в финальном этапе, она нас всех убеждала, давайте не будем огорчаться в случае проигрыша. Мы пришли сюда, чтобы подружиться. Мы подружились. Все, не расстраивайтесь. И вот ее объявляют мисс, она в шоке, и я в шоке. Мы стоим такие на сцене, вообще не ожидали такого исхода. Вот, поэтому замечательно, я ни в коем случае не пожалела, что поучаствовала. Море эмоций, очень много времени это занимало в хорошем плане. Было безумно интересно, и вот эту ту же корону потом нести на голове, это, конечно, неописуемый опыт. Ну, ты пойдешь Вот еще такое мероприятие. конкурсы? Конкурсы. Вообще, это вот параллельная дорога с модельным бизнесом, это разные вещи. Моделинг и конкурсы красоты. Да, меня приглашали на следующий этап, но я как-то для себя выбрала больше модельный бизнес. Это мне больше нравится. Вот именно показы, фотосессии, макияж, вот эти прически, полеты за границу в качестве модели мне больше интересны, чем конкурсы красоты. Вот. То есть у каждого свое, поэтому, скорее всего, если выбирать, я выберу лучше модельная поездка по контракту, чем конкурс красоты. Вот, Так. кстати, ты много раз обозначила, что, допустим, касаются психологии, и вас к чему-то подготавливают. У меня такой вопрос в плане психологическом, с моделью, это как бы живо или уже в современных реалиях это такая легкая, творческая, проблемная какая-то профессия. Если речь идет о работе в Красноярске, то по большей части это удовольствие, это огромное количество там полезных знакомств, огромное количество ярких мероприятий. Может быть, даже сказать не сложно, потому что ты можешь сама регулировать количество работы. Видишь, ой, я занята в этот день, не буду соглашаться на работу. Сегодня я свободна, соглашусь. Вот таким образом. А если говорить о работе за границей, это колоссальный труд, это невероятно тяжелая работа, безумно это выматывает, и девушки после 3 месяцев, они прилетают, в Россию и просто в полном бессознательном состоянии проводят неделю, две, может даже три, отходят от этого режима, потому что рабочий день начинается с 5 утра, потому что, например, работа в соседнем городе, в 3 встаем, в 4 на поезд, в 5 приезжаем, в 6 макияж. Вот, очень рано вставать, очень поздно ложиться, бывают такие случаи. Съемка, вообще хорошая съемка за границей, именно рабочая, она ДОВ. Это средняя продолжительность фотосессии. Все 12 часов вы стоите, ну, получается, в фотостудии в какой-либо локации. И в России это не популярно, но за границей там получается камера, она подключена к компьютеру, а компьютер к экрану, и каждое фото сразу транслируется. На фотосессии присутствуют фотограф, визажист, стилист, организатор, дизайнер, и каждый смотрит на свой момент. То есть я одну позировку сделала сразу на экран, визажист смотрит на лицо. Четко смотрит, проверяет каждый мой жест, ну, чтобы макияж был не поврежден. Парикмахер на прическу, стилист, как лежит одежда, а директор — это тот, кто следит за тем, как я вообще выгляжу. Достаточно ли там улыбаюсь? А как любому живому человеку улыбаться 12 часов — это в прямом смысле потом болят губы. В прямом смысле этой фразы, да. Очень сильно устает лицо, и в целом человек же улыбается не только губами, но и глазами, и вот эту искру в глазах держать все 12 часов — это дико сложно, безумно. И позировать — это тоже физически тяжело.
Может быть, там будет какой-нибудь перерыв на 5 минут, и то не факт. Вот, сегодня 12 часов, домой, завтра 12 часов, домой опять 12. И то есть и так, например, дня 3-4 в таком режиме, и уже думаешь, ой, нет, вообще, я не модель, это все не мое. Но потом, так как говорится, вдох-выдох, и все, идешь дальше. Ну, это очень здорово. Может, я кого-то сейчас, конечно, напугала, но это тоже классно. От этого устаешь, но это работа. А как? А как иначе отснять целую коллекцию? Никак. Или, например, мейкап-эвент. Это то мероприятие, на котором присутствует главный визажист и куча учеников. Либо, например, топовый визажист и мастер-класс. И макияж сложен тем, что когда вы сидите, у вас тело больше расслабляется. Когда вы просто закрыть глаза, у вас лицо начинает расслабляться. И это все клонит в сон. Через 5 или 7 часов вы обязательно, ну, вы не сможете вот так вот сидеть. Вот первое время это сложно к этому привыкнуть. Вот так вот сидеть, улыбаться постоянно, тебе красят, красят, красят. Особенно если вчера ты 12 часов провел в фотостудии, и сегодня 6 часов у визажиста. И это, ну вот, получается. Одну из девочек взяли для, ой, даже боюсь соврать, Шанель, то есть какую-то косметика, очень популярный бренд, и она говорит, девочки, все, завтра иду, вот прославлюсь завтра, все, мы за нее порадовались, а она участвовала, получается, 3 дня подряд, по 6 часов ее красили, стирали, красили, стирали, красили, стирали, так 3 дня подряд. И в этот момент ты уже не думаешь, что там за бренд какой там, насколько я популярна. Ты просто работаешь, это потом идешь домой лечить лицо, как говорится. Да, от этих всех стирать, красить, стирать, красить, потом уже маски и там какие-то освежающие средства для того, чтобы восстановить себя, восстановить силы. И не потерять энтузиазм. То есть стать топовой моделью, как вы уже поняли, это такой трудолюбивый и терпеливый человек, вот популярная модель. Это, не знаю, где еще таких людей повстречать? Это безумно тяжело, очень. Но это зависимость идет какая-то наркотическая, словно устаешь, потом просыпаешься на завтра и понимаешь, что это все не зря. Особенно, когда душу греет следующий контракт, следующий этап. Поэтому, да, это тяжело, но это того стоит. Вот так. У нас осталось минут 8, поэтому если у кого-то есть вопросики, пожалуйста, задавайте их. Я еще хочу спросить, наверное, меня не простят, если я не спрошу, есть ли у моделей какие-то бьюти-секреты или что-нибудь типа такого, которыми вот пользуются только они, и это прям тайна-тайна. Ну, есть такая тайна, это хорошо кушать, в том плане, что человек это все же, как бы ни было, как бы вы там не следили за фигурой, все время по 12, по 6, по 10 часов быть в строю, быть активными, физически сильными, без питания невозможно. И обязательным условием является, естественно, ну, я такой советую, я никогда не сидела на диетах, и наш директор, она запрещает все эти диеты. Вы сейчас не кушаете, чтобы сбросить вес, приезжаете за границу, там другая еда, другая пища, снова набирается вес, и это все было зря. Поэтому я как советую, может, я не диетолог, но в целом часто и маленькими порциями. Подсчет калорий это тоже здорово, но вот именно часто и маленькими порциями. И тогда организм можно держать в тонусе, и не будет какого-то голодания. Чувство голода, оно же вызывает помимо усталости еще и какие-то негативные эмоции. Хочется злиться, все начинает раздражать. А зачем это нужно? Вот такой секрет, может быть, не бьюти, но вот такой секрет. Высыпаться не буду советовать такого, это невозможно, если у вас очень много работы. А в плане каких-то масок, кремов, лично у меня есть такое отношение, что это все-таки химия, и чем больше этого, тем больше привыкания, и кожа начинает быть, как говорится, красивой, только если эти средства используются.
Вот, ну, ухаживать, получается, за своими волосами обязательно, потому что их постоянно завивают, выпрямляют, моют, не моют, лаком, начес, и это вот все. Волосы нужно очень беречь с помощью всех масок и тому подобных веществ. Вот, ну, за кожей ухаживать, это индивидуально, то есть у кого какие проблемы. Вот, ну, в плане того, что если вы хотите, да, быть моделью, не делайте брови, потому что вас не возьмет визажист на макияж, если у вас сделано. Зачем? Зачем он будет вас красить, если у вас все сделано, да, например, брови или ресницы? Да, особо не красить волосы желательно, чтобы их не портить. Вот, а так особо секретов нет, все открыто у нас, все как у девчат. Ну, насчет диет ты уже тоже частично сказала, то есть сейчас как бы не так строго с этим всем, нет каких-то пыточных специальных питаний там и так далее. Просто как, нужно следить за своим здоровьем, получается, самое главное. Может, спортом заниматься. Спортом обязательно, практически во всех апартаментах за границей, модельных агентствах, обязательным явлением является тренажерный зал. У нас прям на первом этаже был тренажерный зал в доме. И мы занимались, это было нашим таким обязательным условием. А я как отвечу на вопрос. Мы уже обсуждали то, что параметры, они все стираются со временем. Как я говорила, существует много стран, много городов, и в каждом городе есть свой рынок, и каждая модель с любыми параметрами, она может себя найти. То есть, ну, это естественно, если, ну, внешность в плане там модельно, не модельно, есть такие понятия. Вот, не обязательно держать свои параметры там вот очень-очень худой становиться, нет. Любой, практически любой девушке можно найти себе место, где она будет хорошо работать. Но есть такой момент, что когда мы в Красноярске не подписываем контракт, а когда мы начинаем лететь за границу, уже получаем международный контракт, да, тогда существует контракт, и одним из пунктов является это параметры. Вот с какими вы приезжаете, с такими вы и должны прожить 3 месяца. Если вы начинаете набирать или худеть, у вас проблемы, потому что вас позиционируют как вот конкретно такого человека с такими параметрами. Плюс-минус 1-2 там сантиметра или килограмма, это ладно. А начать худеть резко, нет, не надо. Но толстеть тоже желательно, за этим делом следить. Вот, поэтому это все стирается, вот эти, это в основном стереотипы, все эти понятия по поводу того, что модели это худые и высоченные девушки, не обязательно. Ну, может быть, там стремиться там к стройности, но без каких-либо Ну, без фанатизма, в лишних. общем. Да, без фанатизма. Это повлияет на здоровье. Все диеты, они влияют на здоровье. Все то, что вы себя ущемляете в еде, вы себя ущемляете в каких-то там действиях, поступках, это все будет отражаться на тяжелой работе. Вы когда будете вот позировать, вы будете вспоминать, все, мне еще и есть нельзя, я еще и работаю, я еще и не высплюсь, и это все в один большой шар. Поэтому, да, лучше себя настраивать на положительные ноты, и проблемы и так будут, к сожалению, физически, усталость никто не отменял. У Лишних нас проблем себе осталось лучше не две создавать. минутки. Ребята, если у вас Ребята, нет если у вас вопросов, нет вопросов, тогда я благодарю тогда я Леру за благодарю Леру участие за участие в интервью. в Спасибо, что ты интервью. Спасибо, пришла, что ты поделилась, пришла, я обо всем поделилась, я обо рассказала. всем рассказала. Надеюсь, тебе Лера, было интересно, и зрителям было интересно. Ждем от вас обратную связь обратную связь. и Всем приходите спасибо за в приглашение. эфире, да. Ну, Все, нет вопросов, да, как я вижу. да. Всем пока. Да, всем Спасибо за пока, за участие. участие. Пока.